хочу вам сказать, у нас сейчас все проблемы растут именно отсюда. Из-за того, что вы бегаете за шайбой в пятером, за одной. У тренера Ульяновской областной федерации хоккея и шайбы Станислава Точилова особый контингент подопечных. В его команде только девушки. Для Ульяновской области дело новое, неизведанное. Коллективу лидер меньше года, и в нем собраны исключительно железные леди. Никаких слез девчонки не льют, они все у нас, так скажем, крепкие, понимают, какой спорт они пришли, что это спорт контактный, тяжелый, что здесь нужно стиснув зубы, сквозь себя идти к успеху. Поэтому они не, вот за все мое время работы, за целый год, ни разу не увидел девчонок ни одной слезинки. Капитану лидера Ксении Сычевой 15. На носу школьные экзамены, а она по три раза в неделю через весь Ульяновск, не жалея ни сил, ни времени, мотается из родного Белого Ключа на тренировки в лидер. Ее хоккейный стаж около 4 лет. До формирования девичьей команды тренировалась со сверстниками-мальчишками. Хоккей мне нравится, потому что это красивый вид спорта, там много скорости, энергии тратится. А это самый преданный болельщик девичьего лидера и персональный болельщик Ксении Сычевой и ее папа Сергей. По спортивному образованию волейболист, он нисколько не удивился хоккейному выбору дочери и без сожаления потратил весь семейный бюджет на приобретение амуниции. Для своего ребенка это все не жалко, вот это все. Потому что это как инвестиции в будущее. То есть тут у родителей, я думаю, один выбор, чтобы в пользу на ребенка, чтобы это все шло. 4 года упорных тренировок, и вот Ксения Сычева выводит своих подруг по лидеру на первый всероссийский турнир. Момент вполне себе исторический. В соперниках ульяновских девчонок конкуренты из более хоккейных регионов – Татарстана, Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Кирова. Самая главная цель, я считаю, то, что это вытащить этих мальчишек и девчонок с улиц, занять их прекрасным видом спорта, прекрасным делом, чтобы из них выросли здоровые дети, здоровые юноши, здоровые спортсмены. Пока результат для ульяновской команды на втором плане. Бороться за медали в всероссийских состязаниях хозяевам ледовой площадки не под силу. Соперница искушений и в катании, и во владении клюшкой. Но в лидере нет человека, который бы не сомневался, что когда-нибудь команда обязательно оправдает свое амбициозное название. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.